Хорошо стало жить, Керим. Хорошо, Абдулла. Мудрая у нас власть, Керим. Мудрая, Абдулла. Она помнит наш далекий край. Она знает, что 8 месяцев в году перевалы в горах закрыты снегом. И помогает нам. Добрая у нас власть, Абдулла. Этой осенью опять в наши кишлаки придет караван с товарами на всю зиму. Ай-яй, какой караван. Даже у твоего отца не было таких караванов, Керим. Нехорошо ты смеешься, Абдулло. Я всю жизнь был бедняком. Прости меня, Керим. Правду ты говоришь, Керим. Бедняк ты, Керим. Но когда-то твой отец владел богатыми караванами. Я давно слежу за тобой, Керим Бай. Я все знаю. Вот так? Хороший ты человек, Керим. Ты не стал колхозной собакой. Ты мне нравишься, Керим. Держи нож, он тебе скоро пригодится. Хороший ты человек, Абдулла. Ну, садись, поговорим. Перевязывай. Шамурат. Шамурат. Перри! Перри, подожди! Постой, Перри! А какую жизнь тебе дам? Перри, какую жизнь? Я уже сказала тебе, Абдулло. Я не буду твоей женой. Не решай сразу, Перри. Ведь богато жить будешь.
Уйди от меня. Подумай, Перри. Одинокой будешь. Твой дедушка долго не проживет. Опасное дело водить караваны в горах. Всякое бывает. Почему ты так говоришь, Абдулло? Я люблю тебя, Перри. Перри! Перри! Перри, постой, давай поговорим. Держите коня. Побудите. Товарищ командир. Осторожней. Куда нести? Сюда. Вот сюда кладите. Вот. Дедушка. Ничего, ничего. Ничего, Перри, он поправится. Товарищ Ткаченко, останьтесь с больным. Им нужно помочь. А завтра я пришлю за вами пограничника. Хорошая у тебя собака, Шамурат. И у меня была на заставе. Не хуже. Убили на работе. Да, если б не Джуль Барс, охотился бы я теперь на небе. Эх, не вовремя я слег. Капканы в горах остались.
пропадет зверь, пока лежать буду. Пей, пей, дедушка. И вы тоже. Ничего, отец. Придумаем что-нибудь. Жюль Барс поможет, соберем твои капканы. Ты, дедушка, не беспокойся. Я ведь знаю, куда ты капканы ставишь. Да-да, внучка, ты покажешь. Ну, спасибо. На здоровье. Внучка, приготовь гостю постель. Сейчас. Спасибо, отец. Я к своему коню. Хочешь признавать меня? Правильно. Чужой я. Вот пойдем на охоту. Друзьями будем. Бросишь монету нищему, по этому знаку поймут, что ты от меня. Хорошая добыча. Уже близко. Вон там, видите? Жюль Барс, пошли. Кто-то был раньше нас. Да нет, чужие здесь не ходят. Как это не ходит? Не ходит. А мы встретили охотника. Кто он? Что-то я его раньше никогда не видел. Абдулла. Ты его давно знаешь? Thank you.
Беги домой. Ну что ты? Товарищ начальник, прибыл в ваше распоряжение. Здравствуй, Перри. Здравствуй. Отнеси почтенному Шумураду эту шкуру в знак моего уважения. И скажи ему, что я... Я знаю, что сказать. Я скажу, Абдулла дарит украденную у тебя шкуру. Врешь! Наш гость узнал твой след у капкана. И ты хотел, чтобы я была твоей женой. Но ты будешь моей женой. Женой вора? Ни за что! Пусти меня! Молчи! Пусти, Сережа! Пусти, пусти меня! Негодяй! Стой! Стой, тебе говорят! Пусти! Ты что же это, а? Негодяй! Что это?
еще встретиться с вами, шакалы! Это вам даром не пройдет! Я вернусь! Кого прислал ко мне мудрый Абдулло? Керембай! Что случилось? Прежде чем выпадет снег и закроет на всю зиму перевалы, в нашу страну придет караван с товарами. Богатый караван. Очень богатый караван. Ну, будь здоров. Поправляйся, отец. Спасибо тебе. Спасибо. И у меня был сын. Такой же, как ты.
моего сына, храброго охотника. За то, что сердце его было открыто для бедных и закрыто для богатых, убили эмирские собаки, басмачи. И она осталась сиротой на руках старого Шамурада. А ты говорил, что у тебя убили собаку, которая помогала охранять нашу границу. Возьми моего Джульбарса. Возьми. Нет, отец. Нельзя охотнику остаться без собаки. Сын мой, стар я стал для охоты. Джульбарс. Иди, Джульбарс, иди. Ну, пойдешь? Пойдешь со мной? Ну, Джульбарс, послужи своему новому хозяину. Джульбарс. Приезжай к нам, отец, в гости. Обязательно приезжай. Вместе с внучкой. Хорошо. Дай я тебя обниму. Проводи гостя, внучка. Пожелай ему счастья в пути.
Больше никто не придет. Нет больше хороших людей. Как нет? Ты обещал привезти еще двух. А, вчера обещал. Сегодня обещание обратно взял. Утром их обоих забрали. Что я за ними, в тюрьму пойду? Человек там. Прокаженные шаги. Сердись, Абдулло. Чернивые головы. Ошибаются даже праведники. Поганые свиньи. Ты что, ослеп, старый шаг? Не волнуйся, не надо. Садись, покушай плов. Ты же не предупреди. Сволочи. Все готово. Ты пришел вовремя. Ну, погодите, колхозные собаки. Берегитесь. Вы попадете в мой капкан на караванном пути. Thank you.
И тучи гусей кругом залегли, всегда на чеку, на чужого. Ко мне? Надо, но пяди своей не дать. Рядом? Сидеть? На камень, на широком, в широком просторе, раскинулась мощь, коротая страна. Товарищи, зорко стоять на дозоре. Вперед! Я охранять нас послала она. Пусть мирно работают наши заводы, и трактор ведет барьер глубоко борозду. Для родины нашей счастливой рядом заводной. Сидеть! Радостно быть на далеком посту. Товарищи, слушай, картина. Хорошо, играя, хорошо. Внимательно зорко глядите вокруг, что вражеский танк или птица стальная с чужой стороны не явится. На пост! Мурат. Идем. А черт. Ну? Иди. Ну? Теперь поговорим.
Ну что, скучаешь, дружище? И я скучаю. Ничего, Джуль Барс. Скоро они приедут. Эх ты. Где она? Моей внучки здесь нет. Говори, где девчонка? Говори! 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 Скажешь, скажешь, старый черт! Обыскать ущелье. Она не могла далеко уйти. Кто? Перри. Не время сейчас заниматься любовными делами, Абдуло. Жди! Ты бы лучше осмотрел дорогу. Надо спешить. Иди. Шакалы, грабители. Thank you.
оповестите кишлаки, соберите комсомольцев, колхозников-активистов, бригады охотников, организуйте поиски бандитов. Да-да, прочесать местность, объявить хашар. Заставить старика показать путь. Пусть покажет дорогу. Разворачивай.
Ты знаешь здесь каждую тропинку. Такие джигиты, как ты, лучше меня знают все тропы на ту сторону. Говори прямо. Старый шаг. Хорошо. Я отвечу тебе прямо. Бандит, ты захватил подлыми руками богатую добычу и хочешь уйти. Но капкан крепко держит тебя за ногу. Неужели ты думаешь, что старый охотник Шо Мурат освободит шакала, обкрадывающего нашу родину? Последний раз говорю тебе, отвечай! Или клянусь Аллахом, я пристрелю тебя, как собаку. Не убивайте его! Дедушка! Дедушка! Если ты хочешь, чтобы твой дедушка остался жив, уговори его показать нам дорогу. А если он не покажет, тогда у тебя дедушки больше не будет. Заставь его. Старик, надумал наконец? Не мешайте, я говорю с ним. Быстрее, время не ждет. Торопиться ехать надо. Уйдите. Шо Мурат! Сбежали!
искать. Бросить оружие! Thank you.
Мэри! Мэри! Ты знаешь все дороги? Нет. Нет. Стойте. Хорошо. Идем. Куда ты нас привел? Куда? Это ущелье слез. Отсюда нет выхода. Ай!